Привет, друг. Приглашаю тебя на рыбалку. 4 утра. Солнце только встает еще где-то там. А мы уже на воде. Подготавливаем место прикормку. Начинаем ловить. Будет интересно. Поехали. Ну что, для начала замесим прикормку. Потом все это разложим. Что у нас сегодня? Пшенка. Тут килограмм. Летом без нее я никуда. Забьем ее хорошенько. Вчера сварил где-то в 12, в 3 выехал. Так, ну, прикормка, тут лещ, очень ароматная. И немного добавим прикормки или не карась, марципан. Вот у нас такая сборная. Вот так, сугубо для запаха. О, ароматная прикормка. Так. Сейчас это все разбить более-менее. Вот эти куски большие. И увлажним. Но увлажнять будем тоже не просто, а вот такой вот штукой с кукурузой. В тот раз себя хорошо здесь она показала. Два колпачка на такой тазик хватит. Концентрата этого. Ну, кстати, натуральный тут. Никаких ни Е, ничего нету. Поэтому все перемешаем. Ой, водичка пахнет кукурузой. И увлажняем. Хотелось бы, конечно, и карася, и все остальное. Сегодня две интересных насадки. Посмотрим, как они себя покажут. Так. Ну все, пока. Пока увлажнили, пускай настаивается. Мы разложим остальные снасти. Хорошо. Сейчас посмотрим по-быстрому, что по насадкам. Так, тут две моих насадки по моему рецепту. Их обязательно проверим, половим. Все рецепты будут на канале. Я все ссылки оставлю под этим видео. Так, что у нас еще? Опарики. Ну что-то в последнее время они вообще не работают. И кукурузка. Летом без нее тоже никуда. Посмотрим, потом может еще в прикормку ее добавим. Сейчас на убийцу карася зарядим сразу 3 крючка. Проверим, что будет работать. Ну и 2 удочки. Как бы так. Я такую приблуду сам ее тоже делал. Посмотрим. Сейчас ее зарядим. Опа. Прикормочка уже поднастоялась. Зарядим каждую кормушечку и забубоним 3 разных насадки. Кашей хорошо это липнет вот в эти кормушки, пружинки. Поэтому пользуйтесь кашей, пользуйтесь. Пшеночка летом это вещь. Можно перловочки добавить, той же кукурузки сюда.
Так. Здесь у нас будет опарик. Крюк, конечно, тут на серьезную рыбу. Здесь будет опарик. Так, здесь мы поставим кукурузку. Здесь кукурузка на второй. Ну, на третий мы поставим свою насадочку. Насадочка вроде как и тесто, но очень, очень такое плотненькое получается, хорошо будет. На донке сидеть долго не размокнет. Ароматное. Только вчера готовил. Опа. Ну что мы имеем? Вот такой вот прибамбас. Так. Сейчас его забубеним. Даже не буду нигде засекаться. Просто ориентир выберу. У меня здесь уже стоит какой-то на клипсе расстояние. Будем ловить. Тут дно ровненькое. Это уже известно давно. Без каких-то аномалий. Ну и все. Пока положим. Все зарядили. Сейчас немного прикормим. Опа. Такие не сильно плотные, будем делать шарики. Туда в камышек много не будем кидать, левее. Опа. Ну что, первый пошел. И сюда два, наверное. Сюда еще один правее кинем. Откроем более открытое место. Опа. Все, остается ждать. Ну что, сработала насадка, а именно вот это, на основе семечек. Вторая на основе какао, на нее тоже были парочка поклевок. Сейчас будем пробовать дальше. Хорошая плотва. Садок. Ну, нормально, вот такие галушечки лепится. Ну, в рецепте увидите, я скину ссылку обязательно. И хорошенько держится. То есть на баллонку, вот я на убийцу карася поставил. Поэтому. Опа. Интересные поклевки. Хорошо вот это тесто держится. И рыбе получается нравится. Ах, мимо. Это есть. О, сопротивляется. Тише.
Что-то у нас тут. О, лещик на нашу насадочку бахнул. Опа, хороший лещик. Ну, нормально. Опа, а парика не хочет. Висело две насадки. Тоже порадовал парень. Что, продолжим? Сейчас забросим. Оп. Систему нашу. Конечно, летит она не сильно точно, но стараемся попадать. Куда нужно? Опа. Опа. Что-то есть. Сопротивляется. Вот это. Ну, хорошая плотвина. Так. Опа. О, такая. Опа, садок. На удочке пока что-то так не весело. Сработала насадка с какао, кстати. Кукурузы две было и она. Ну, будем дальше пробовать, что делать. Ну что, друг, можно подвести легенький итог. На удочке клев почти полностью стих, начался ветерок. Такой не слабый, прям на нас. Но хорошая такая, по 300 грамм. Плотва поклевывает на закидушку. И поклевывает причем постоянно на насадку на основе семечек. И поэтому я думаю, может быть, переставить убийцу карася, все-таки с ним много больше проблем, и сделать классический фидер. Попробовать ловить на него. Возможно, будет что-то повеселее. Но посмотрим пока. Пока ловим, как и ловили. О, вот такая вот на удочку проклюнулась. Мелочушка. Опа. Очередная поклевочка на фидерок, а не на доночку. Что там? Плотвица хорошая. Кукурузка опять осталась, а моя насадка сработала. Вот такая. Давай. Ну что, друг, сегодня рыбалка выдалась коротенькой, но результативной. Рыбу видели, а главное,
испытал две насадки. Рецепты я оставлю снизу под этим роликом нашей с тобой рыбалки. Будем готовиться к следующей. Так что жду тебя, не теряйся на связи. Здоровья тебе. Пока.